Артисты готовы, зрители в предвкушении. Свой день рождения детский сад «Жемчужинка» отмечает театральной постановкой по мотивам мультфильма «Летучий корабль». В главных ролях педагоги, хотя основное внимание, конечно же, детям. Именно они, юные воспитанники, гордость и богатство дошкольного образовательного учреждения, которое в Одинцово открылось ровно год назад. Поначалу было сложно. Сложно из-за того, что действительно это жемчужина нашего города. Она находится в центре города. И особое внимание было именно к этому учреждению. Набрать полный состав педагогический, полный состав технического персонала. Найти замечательных поваров. Немногие могут похвастаться, что здесь работают на кухне мужчины. Причем их два. Вот. Деткам здесь уютно, очень хорошо, и они являются одними из тех, кто, наверное, бегут впереди, пытаются себя реализовывать не только на уровне своего учреждения, но и на уровне района и области. Четырехэтажный кирпичный красавец, рассчитанный на 350 мест. Детский сад «Жемчужинка» стал настоящим подарком для жителей Одинцова. Современный, просторный, укомплектованный – мечта родителя и педагога. За год в детском саду собралась слаженная команда, руководит которой Мария Ежова. Сценарий к праздничному спектаклю писали сообща. Роли распределяли по харизме и желанию артистов. Каждый воспитатель в образе, будь то царевна, русалка или морская фея. Даже повар Сергей Николаевич по случаю дня рождения исполнил роль водяного. Великолепная режиссура и работа художников по костюмам. Юные артисты восхитили зрителей неповторимостью нарядов. Веселые осьминожки, загадочные медузы, волшебные птицы и невозмутимые гости с Кавказа. В детском саду «Жемчужинка» созданы все условия, чтобы дети творчески развивались, росли крепкими и здоровыми. Музыкальные и физкультурные залы, помещения для кружковых занятий, кабинеты логопеда, психолога и, конечно же, бассейн. Планов руководства дошкольного образовательного учреждения громадье. Затей очень много, идей очень много. И сейчас подбирается тот коллектив, который готов со мной идти вот прямо в ногу и согласны на эксперименты, согласны участвовать в разнообразных конкурсах. И вот мы сейчас уже начали и были победителями видеоролика про Великую Отечественную войну по району. Вот, то есть хоть мы и маленькие еще, всего лишь нам год, но у нас уже есть свои достижения, которыми мы очень гордимся. В завершении праздничной встречи поздравления от руководства управления образования. И, конечно же, торт. Сладкое лакомство вызвало бури эмоций у дошколят, маленьких жемчужинок большого детского сада. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».